Приветствую, дорогие друзья! А знали ли вы, что в телефонах Xiaomi есть мини-экран? Значит, на вашем телефоне есть вот такой вот мини-экранчик, благодаря чему можно незаметно списывать на уроках. Это больше будет видео, наверное, полезно для всех, кто ходит там в школу, на занятия на какие-то, да, когда госэкзамены. К примеру, всем, как говорят, спрячьте телефон и так дальше. А вы не можете там какую-то решить задачу. К примеру, она есть у вас в фотографиях, там какая-то формула и так дальше. И можно сделать вот такой вот малюсенький прям экранчик и незаметно списывать. Включить это можно на своем телефоне. Данную функцию буду показывать на телефоне Xiaomi Poco X3 Pro. Она есть на всех, я думаю, андроидах, так что проверяйте у себя. Для этого нужно зайти в настройки телефона, спуститься немножко вниз до пункта, который будет называться расширенные настройки. Дальше найти пункт управления одной рукой и здесь активировать вот этот вот пункт. Проведите влево или вправо от кнопки домой для сдвига экрана к одной из сторон. Значит, здесь можно поставить 4,5 дюйма, 4 дюйма, 3,5. К примеру, если 4,5 дюйма, то будет вот такой вот огромный, наверное, экран. Больше всего видите. Если же мы поставим 3,5 дюйма, он будет вообще малюсенький. И смотрите, какой он офигительный. То есть, вы, к примеру, положили где-то там что-то, да, сверху какие-то тетрадки положили на телефон, и у вас практически телефон вот так вот спрятан. Смотрите, вот как хорошо. Видите? У вас вот такой вот малюсенький экран. Здесь книгу положили, здесь какую-то тетрадь. Все, у вас вот такой вот малюсенький, офигительный экранчик появился. И вы на нем уже можете, смотрите, все действия проводить. Вот так вот, смотрите, зашли, клац, 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 назад. Зашли в ту самую галерею свою. Зашли в альбомчики, достали там какую-то формулку. И все, вуаля, вы незаметно списали все. Вот так вот можно увеличить ее, положить сверху книги, справа сверху и незаметно списывать. Согласитесь, очень классный и полезный лайфхак, который может себе позволить каждый. И так вот вправо, видите, влево можно сдвигать и очень классно получается. Ну, потом попользовались, опять-таки зашли в расширенные настройки, управление одной рукой, выключили и все. И практически у вас все работает, как и работало. Вот такой вот годный лайфхак. Думаю, вы его оцените своим лайком и подпишитесь на мой канал. Ну, а если вы знаете какие-то приколы, лайфхаки, пишите, обязательно по ним сниму видео. С вами был Тимоха Лайф. До скорого.